Йоу, ребятки, только что увидел Макс Корж, представил видеоработу, неважно, не знаю, что это, клип или не клип, но, камон, на песню неважно, это вообще, хотя может это новая какая-то песня, но нет, наверное, все-таки на старую, капец, как я обожал этот трек, давайте заценим клип, я надеюсь, не заблокируют ютубчик мне реакцию, если заблокируют, то это будет ВКонтакте. Если ВКонтакте заблокируют, то придется резать. Ладно, давайте смотреть. Сложно представить, что все будущее этого мира будет происходить без путешествий в другие страны. Что все страны изолируются друг от друга и будут наслаждаться тем, что есть. Но мы уже к этому приспосабливаемся. Я надеюсь, это временная мера. Но, честно говоря, похер вообще, что будет дальше. Мы всегда находили выход с любой ситуации. Главное, чтобы было в кайф. Топы людей, рожденные каменных блоках, о чем мечтают, уже не помнят. Когда надежды все ломает безысходностью, это чувство так знакомо. Знай, никогда не поздно в этой жизни послать все нахер, начать сначала. Просто давай поднимем руки прямо в воздухе и притворимся, будто взлетаем, неважно. Мне уже все, что было большим когда-то. Люди, дома стали как коробки, неважно. Мне уже я забил, я все понял с вами. Счастье вовсю, толкать землю ногами. Я думал, наконец-то нащупал. Ну, новая я версия. Я почти увидел глазами. Я искренне поверил в то чудо, что этот животный мир добро бывает. Но это была просто кучка иллюзий, направленных лишь только на чувства. Тогда мне стало похер, что будет, и прыгать хотелось безумно. Не важно, где и уже все, что было большим когда-то. Люди, дома стали как коробки. Не важно, мне и уже я забил, я все понял с вами. Пролетят в отражении унылых окон паршивых траликов. Ты вспомнишь в детстве, кем ты хотел быть и кем на самом деле стали мы. Знай, никогда не поздно в этой жизни послать все нахер, начать сначала. Просто давай поднимем руки прямо в воздухе, притворимся, будто взлетаем. Не важно, мне и все, что было большим когда-то. Люди, дома стали как коробки. Не важно, мне и уже я забил, я все понял с вами. Счастье вовсю толкать землю ногами. Счастье вовсю. Печально, конечно, что акустика, но новая акустика, то есть тут добавили еще бит, ну, по-моему, в старой версии не было его. Короче, очень даже неплохо. Сложно представить. Что... Прикольно было еще то, что в итоге голос оставили типа лайвовый, не студийный, вот. Жду студийную запись этого трека в
принципе, я готов слушать. А так все, в принципе, как обычно, душевненько вышло. Простенький клип, классные кадры, то, что они катались на сноуборде. Вот. По сути, все. Как вам? Пишите в комментариях, ставьте лайк этому видео, подписывайтесь на канал, если не подписаны. Спасибо за внимание. Всем пока. Check it out.